Спокойной и счастливой жизни это финансовое благополучие, ведь деньги позволяют вам обеспечивать собственные потребности и помогать другим. Ну а чтобы привлечь энергию денег и улучшить свое материальное состояние, а также улучшить свой достаток, люди еще издавна применяли разные ритуалы, в которых использовали свечи. Свеча ⁇ это сильный атрибут для привлечения денег, так как она подпитывается энергией огня, которая дает силу для воплощения желаемого. Огонь ⁇ очень сильный энергетический источник, независимо от размера и его формы. Зеленая свеча способна привлекать финансовое благополучие и стабильность. Она способна помочь найти правильный выход из сложившейся ситуации, направить на решение важных вопросов сделки. Она обязательно полностью должна быть зеленого цвета, не тонированная, не с оттенком зеленого. Такие не подойдут для ритуала. Свеча к ритуалу. Свечу к ритуалу нужно подготовить. Промойте свечу обязательно под проточной водой. Вытрите ее куском зеленой ткани. Эту ткань обязательно нужно потом выкинуть. Далее поджигаем свечу и поставьте на подоконник. Также возьмите 5 лавровых листьев, смочите их воски и приклейте по кругу внизу свечи. Еще немного дайте ей догореть и затушите, проговорив при этом такие слова. Тебя свеча очистила, я теперь и ты мне помоги, деньги в мою жизнь притяни, оставьте ее до проведения ритуала на подоконнике. Ритуал можно проводить в любой день недели и в любое время дня. Подожгите свечу, возьмите ее в правую руку и проведите вокруг себя, начиная с головы и опускаясь к ногам. Далее проговорите такие слова «Деньги впредь всегда у меня, свеча их ко мне приманила, в жизни моей закрепила». После этого снимите лавровый лист точки со свечи и положите их на подоконник. Сверху поставьте свечу и дайте ей догореть. Один лавровый лист и агарок свечи поставьте в кошелек. Нужно их проносить будет ровно 5 дней. После истечения 5 дней выбросите агарок свечи через левое плечо, проговорив такие слова. Агарок выбрасываю, деньги получаю. Лавровый лист держите постоянно в кошельке. Остальные листья разложите по дому: один можно под кровать, другой на кухне и э, на кухне на холодильник, а третий под коврик у входной двери и четвертый в ванной комнате. Здесь вам где удобно, только чтобы не был на виду. Второй обряд для привлечения денег э, делается на растущую луну. Вам для, для этого ритуала нужно будет взять 7 зеленых свечей, подготовить их. Для этого нужно взять емкость, насыпать на дно соль, воткнуть их в соль и проговорить такие слова. Солью очищаю, дорогу к деньгам открываю. Посыпьте их сверху тоже солью и на каждую из них капните одну капельку меда. Так они должны простоять ровно 7 дней. Очищение свечей нужно успеть сделать до растущей луны, поэтому просчитайте это время заранее. Ритуал нужно будет начать ровно в полночь. В первый день нужно будет зажечь 7 свечей, проговорив такие слова: 7 дней, 7 свечей. Каждый день по одной забираю. Деньги на нее меняю. 7 дней пройдет, финансовое благополучие. Ко мне придет. Проговорив эти слова, дайте им еще немного погореть. После затушите. И каждый последующий день нужно будет зажигать на одну свечу меньше и проговаривать такие слова, сказанные в первый день. Но при этом нужно будет менять э, цифру дня на 6 дней, 6 свечей. Далее 5 дней, 5 свечей, затем 4, 3, 2 и 1. Затем, когда в свечи все свечи прогорят, Возьмите все 7 свечей и сложите их в пучок. Свяжите зеленой лентой, начиная снизу и заканчивая сверху. Возьмите кусок белой ткани, сшейте из нее мешочек, на дно положите купюру и сложите сверху на нее свечи, завязав мешочек зеленой лентой. Далее скажите такие слова. Этот мешочек полон денег впрок. Деньги теперь у меня, я финансово стабильно всегда. И положите мешочек. Ваш сильнейший талисман в спальне на самом видном месте. Желательно на подоконнике, и он будет подпитываться энергией солнца и луны. И в скором будущем у вас стабилизируется финансовое положение. Появятся деньги, но не рассказывайте никому, что это у вас за мешочек, чтобы человек не мог позавидовать и перебить Вашу связь с талисманом. А следующий ритуал э, достаточно простой с зеленой свечой. Он подходит тому, у кого намечается крупная сделка, или для того, чтобы закрепить свое финансовое положение. Итак, вам нужна толстая зеленая свеча и монеты разного номинала. Но чем крупнее, тем лучше и небольшой платочек. Нужно проделать следующий ритуал. Зажгите свечу, обмакивайте монеты с одной стороны, воск и прикрепляйте к свече. Вся свеча должна быть обклеена монетами. Когда на ней не будет пустого места, проговорите такие слова. Как на тебе деньги закрепились, так моя удача в финансах окрепла. И каждый день на протяжении месяца зажигайте свечу. И когда она будет догорать до монеток, снимайте монетки и складывайте в платочек. Когда останется агарок, его тоже нужно будет сложить к монетам и завязать платок на три узла, потрусив ним. Когда будете отправляться на важную сделку, берите его обязательно с собой, а каждую неделю доставайте его и благодарите за свое финансовое положение и просите немного увеличить его. Обязательно проделывайте эти ритуалы, и деньги в скором времени обязательно появятся в вашей жизни. Друзья, ставьте лайк, в комментарии напишите, я привлекаю деньги, пусть вселенная приумножит достаток в вашей жизни. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех благ.